Я Гриша, и мы в Доме кино. Не подскажешь, во сколько фильм начинается? Что? 1:19. Я вот здесь в детстве очень часто. Моя мать очень любила это место. Здесь были раньше концерты, вечеринки, мероприятия, какие-то день рождения знакомых. И я помню из детства очень много чего отсюда. Например, то, что здесь 670 сидений. И, блин, мне здесь очень нравилось. Сейчас здесь есть только фестивали кино, короткометражек. Бывает, показывают классные фильмы. Но самое странное, что здесь это вечера танго по четвергам, и это очень странная штука. Библиотека имени Вернадского – это самая большая библиотека на территории Украины. Она была построена в период между 75-м и 89-м годом. Это Вернадский. Он был философом, общественным деятелем и создал такую науку, как биогеохимия, которая, в общем-то, про червей и землю, но в честь него назвали эту библиотеку. Скорда был философом. Лобачевский придумал неевклидовую геометрию. Пушкин и Шевченко были писателями. Менделеев, я не знаю, кто его не знает, великий химик. Мечников был биологом. Мы в библиотеке Вернадского, которая является главным научно-информационным центром страны, и я недавно открыл здесь для себя новое помещение. Оно раньше было только гуманитарным, а сейчас оно и техническое, и здесь офигенный свет. Здесь ровно 70 люков, которые являются энергосбережением в какой-то степени, и при этом здесь очень классно. Не подскажешь книгу? Мы находимся на территории одного из самых красивых мест для воркаута в Киеве. Это зал под открытым небом на гидропарке. И он был построен между 65-м и 68-м годом. И, блин, здесь тренируется большая часть киевлян во время летних периодов. Сможешь подстраховать? Мы на Житнем, самом старом действующем рынке в Киеве. На момент его открытия он был самым большим крытым рынком в Европе. Именно здесь я покупаю ингредиенты для своего борща и мохито. А с чего? Может, немного мохито? Временами я просто люблю поиграть в теннис. Спасибо, что посмотрели гайд по Киеву. Это станция метро, и я иду домой.